Книга «Открытым оком», том 3, тема «Политика», вопрос 1153. Известна жестокость царя Ивана Грозного. И также известно, что он себя считал верующим, делая в день до 1000 поклонов. Как Господь допустил такого царя? Ведь он был помазанником Божиим? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос в другом, что русские патриоты собираются его канонизировать, чтобы было кому обращаться против государственных чиновников. Хотят сделать его заступником простого народа. Только и скажешь, юродивая Русь. Коммунисты канонизируют Сталина, Китай – Мао Цзэдуна, и весь мир в совокупности ожидает порядка, и «новый порядок» в кавычках придет в лице Антихриста. А как Бог допустил, это знает только Он. Но на молитву праведника однажды якобы Бог ответил так, кавычки открыты, «по вашим делам дал бы хуже, но не нашлось», кавычки закрыты. А то, что он делал по 1000 поклонов, на этом можно сказать, что если, несмотря на поклоны, он был таким лютым зверем и кровопийцей, то каким бы он был, если бы не делал эти поклоны?